Ну что, вам все ясно? Тогда делайте быстрее. Понятно? Хочешь надрать мне шкуру? Приходи сам, без шакалов. Полегче, ты чего? Что ты мне сделаешь? Слушай, тебе нельзя делать добро. Я позвал тебя, чтобы наградить. Уезжай из Германии. Я оставлю тебя в живых за то, что ты спас нам жизнь. Ты решаешь, жить мне или нет? Коркут, не лезь на рожон. Сядь, поговорим по-человечески. Теперь ослы моя жена, поэтому... Видеть тебя не желаю рядом с ней. Только и всего. Тебе понятно? Понятно. И это все, чего стоит ослышать? Не жадничай. На, возьми еще. А потом убирайся. Вытаскивай все из кассы. Вытаскивай. Ты что, с ума сошел? Поквитаемся, дружище. В моей голове засела пуля. Пусть и в твоей засядет. Коркут, слушай, ты не уйдешь от меня. Можешь хоть на край света отправиться, но я тебя все равно достану, ты же знаешь. Не пугай меня смертью. Меня этим не напугать. У меня пуля в башке, все равно сдохну. Но если не отомщу тебе за предательство, никогда не успокоюсь. Мне терять нечего. Ты отобрал у меня любимую, испортил мне жизнь. Я тоже заберу у тебя самое дорогое. Любимые денежки. А ну быстро. Открывай! Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.